Я хотел бы повторить то, что мы не знали, но Корея не знает, как бы все совсем заново, а просто привести пример того, как это работает. Я надеюсь, что пример будет понятен, что происходит. Так. Ну, сначала я напомню, что на самом деле мы изучаем конкурентные локальные системы для представлений алгебры и поэкспалярных. Каждое такое представление для каждого конкретного n дается набором неотрицательных чисел. Вот таким условием. Ну и дальше у нас имеется отношение вот это стрелочка между ними. Используя это отношение, два правила. Первое, это в если у нас есть некоторое целое строевое полотно, это победение по всем прям. То мы говорим, что у нас если лямбда и имеет стрелочку лямбда мю, то у нас мюсно не бежит. Дальше второе, то, что, значит, если лямбда бежит к, ну, если давайте вот, если мюсно не бежит к, то существует лямбда и ку. Вот все, лямбда стрелочка. Дальше был некоторый набор примеров. Дальше было сказано, то, что там обмене пересечения они хорошие. Дальше было сказано то, что на самом деле есть еще такая операция, как прямая сумма двух когрентных, ну, картановская сумма. Вот, я могу сказать, что стрелочка это не такая простая операция, стрелочка простая. То есть это, на самом деле, вот наличие такой стрелки, значит, что у нас по длине вот эти два набора отличаются на один, а. И дальше можно вот это мю ставить между лямбдой. То есть лямбда 1 должно быть больше или равно, чем мю 1. Мю 1 больше или равно. То, что мы дочем, что знакомые стрелочки. Научить меня, какую стрелочку нарисовать, это какую наклонную? Вот такую наклонную или что? Наоборот. Вот такой. Я и говорю. Да, это понятно, довольно известная вещь. Вопрос в том, что как бы хочется рассматривать вот это какие-то подмножества в этом довольно известном объекте, и вот эти подмножества, они гораздо менее известны, чем сам объект. Дальше имеется прямая сумма. Двухконтентных локальных систем это когда мы разные по размеру наборы из двух разных систем просто складываем. И имеется центральное произведение двух локальных систем, там определение как-то выглядит страшненько, а посмотрим, у нас перемножить для одного n соответствующих представлений, смотреть, как у них там центральное произведение раскладывается в прямую сумму. И довольно понятно, что это центральное произведение в том, что конкретно локальных систем. Вот. Теперь я напомню, то, что, значит, там был набор примеров. Давайте я может, даже немножко по-другому переименую. Значит, вот у меня будет пример. Это такое фигурное R и T. Это, значит, набор значений, в котором... эти ребята будут элитные. Это такое подмножество всех этих представлений, что оно явно кладно следующим образом. Значит, давайте взять три пример. Значит, у меня в этом подножку будет 1, 1, 1, дальше нолики. 1, 1, дальше нолики. 1, дальше нолики. Ну и дальше нолик. И нолики. Эти три. Дальше я скажу следующее. То, что, ну, я также, вот. Я хочу рассматривать, ну, точно так же я ввожу R3. Это когда вместо того, чтобы приписывать эти единицы слева, я буду приписывать справа. Тоже оно такое... Сейчас я попробую. На каждом уровне вот эта штука будет состоять из таких наборов, что в конце там стоит
не более 3 единиц. А до этого все нолики. А, минус. А до этого все нолики. И дальше я могу делать следующее. Но вот у меня итерация, когда у нас было сложение двух когерентных локальных систем, я использую эту операцию, буду строить по когерентной локальной, по набору данных, которые представляют из себя, давайте как бы диаграммы, две диаграммы Юнга и два числа. А, еще у меня, значит, будет объект не такой. L бесконечность, он же R бесконечность. Это когда мы разрешаем тебе любое количество дней, любое количество единичек. А в конце любое количество ноликов, в том числе на любое. Ну и понятно, что в этой конкретно локальной системе у нас количество представлений будет зависеть от уровня, на котором мы находимся. Ну и на самом деле это та же самая локальная система. С учетом того, что для SLN мы можем добавлять одновременно ко всем значениям одну и ту же константу, может быть записано так, что вначале идет сколько-то ноликов, потом сколько-то минус единичек. Сколько угодно. Ну, в целом то же самое. Вот у нас должна быть грязная локальная система, построена по одной диаграмме Юнга, которую я обзову левой, второй диаграмме Юнга, которую я обзову правой. И, собственно, первое число, которое я назову R, левое, второе число, которое я назову R, правое, третье число, которое я назову G. Теперь давайте так, формальное определение, но оно сокольненькое, а я вот хочу ставить конкретные диаграммы и показать, как оно работает. Вот давайте первая диаграмма Юнга, я ее нарисую вот так. Вторая диаграмма Юнга, я ее нарисую вот так. Число у меня будет, скажем, здесь 2, здесь 1, здесь давайте 3. Значит, конкретная локальная система, заданная вот таким набором данных, на самом деле будет определяться как некоторая сумма. Сумма будет увеличивающим образом. Сначала мы должны взять вот это левое число и взять бесконечную сумму L3. Что такое бесконечная сумма L3? Ну, по смыслу это значит следующее. То есть у нас просто первых трех, первые три значения могут быть вообще любыми. А, у нас два. Тогда L2. Первые два значения могут быть вообще любыми. Дальше. Мы должны сверху добавить, соответственно, вот эти операции сложения, которые у нас есть. Теперь на следующую позицию L3. Возведем на четвертую степень. Откуда число 4? Ну, как у нас будет столбика 4? Ну, точнее, 4 раза добавить это L3. Вот. Дальше смотрим. Теперь мы должны добавить L4. Ну, потому что это следующий номер. Значит, смотрим спуск столбика следующего в этой диаграмме. Ага, ну, видно, что он 2. Окей. Значит, нужно две копии из 4 добавить. Хорошо. Значит, это потом мы справимся. Теперь смотрите. Вот у нас есть это волшебное число G. Ну, так нужно его использовать. Значит, добавляем 3 раза L бесконечность, оно же R бесконечность. Окей. Так, теперь переходим к правому концу. С правого конца на самом деле делаем то же самое. Вот у нас, собственно, имеется R правое, которое 1. Это значит, что мы должны бесконечное число раз добавить R1. Смысл этого обозначения в том, что в этой конкурентной локальной системе, которая получается эти суммы, у нас справа может стоять вообще любое число. Вот самое правое значение стоит любое число. Так. Ну, дальше смотрим на следующую по номеру величину. Значит, это будет R2. Ну, сколько раз нам нужно добавить R2? Ну, вот идем, значит, к этой диаграмме, смотрим, что у нас происходит. Вот здесь две клеточки высоты.
Значит, добавить нужно 2 раза R2. Теперь нам нужно добавить R3. Ну, собственно, смотрим на следующего столбика. Это высота 2. Значит, 2 раза добавляем R3. Вот, нужно добавить R4. Сколько раз? Смотрим на высоту столбика. Высота столбика 1. Значит, нужно 1 раз добавить R4. Вот. Но так как у нас как-то диаграмма кончились, числа кончились, ничего больше делать не надо. Вот. Ну и, собственно, диаграмма правильной точки, это почему это так трудно не все рисовать, это ну, это вопрос технического выбора, понятно, что если очень хочется, то можно как бы диаграмму посчитать под пробом. Но это на самом деле способ записи данных. Что здесь нет уже никакого утверждения диаграммы, что они там никакого ухода нет. То есть, по сути, это набор вопросов. Там есть, на самом деле, альтернативное восприятие всего этого, когда мы используем не сложение, а центрное соединение. Вот давайте я на этом примере покажу, как записать ту же самую конвенцию локальной системы в виде некоторого центрного произведения. Вот это картановскую сумму, а теперь все то же самое через центрное произведение будет выглядеть следующим образом. Я должен взять систему вот эту, бесконечное число раз L1, которое на самом деле соответствует тому, что мы берем просто произвольное число в первом столбце, находящее в первой локальной системе, будет состоять из симметрических единей натурального представления. И возвести ее в степень, которая соответствует числу r левая. Мысли центрную вторую степень. То есть два раза для себя центрную умножить. Дальше. У нас имеется вот эта диаграмма. Но теперь ее нужно читать иначе. Теперь ее нужно читать по строчкам. Вот это вы ставите строчки 2, этой 2, этой 1, этой 1. И когда мы берем сложение, мы используем высоту по строчкам, когда берем центрное произведение, берем произведение со сторон. Это вопрос, конечно, то, кого считать столбцами, кого строчками, но это физически не ну вот это на самом деле конкретная локальная система, состоящая из тех симметрических соединений натурального представления. Оно же старшей версии подставления, это красный первого фундаментального типа. Ну, как бы, все их разные. Теперь, значит, мы перенагаем центр на себя два раза, потому что вот здесь число 2. Дальше мы берем, собственно, дальше берем L1 и берем вот это первое число 2. Центр мы умножаем на L1 2 раза. Берем L2. Смотрим на как ширину следующей строки. Центр мы берем ее 2 раза. Дальше смотрим L3. Нет. Берем 2 L1, то есть 2 раза L1 складываем с L1. Так, центр умножаем еще раз на 2 L1. Центр мы складываем вот так прямо L1 с L1, складываем. Дальше, значит, берем 1 раз L1 и еще раз 1 раз L1. То есть с данными, которые соответствуют первой диаграмме и первому вот этому числу, мы разобрали. Теперь нужно умножить на вот эту систему L бесконечность центрной степени равной ну вот этому числу, которое же. На самом деле это то же самое, что просто три раза ее саму с собой сложить. Это такое некоторое там упражнение на расчетное правило деривативы. Дальше нужно обработать данные, соответствующие правой диаграмме, ну и число вот это правое. Ну, обрабатываются они точно так. То есть мы должны взять, умножить это все на бесконечную сумму R1, возведенную степень 1.
Дальше мы должны посмотреть на вот эту диаграмму, значит, у нее длинных толстов 3 и 2. Значит, мы должны это все умножить на 3 L1 в степени 3. Еще тензор умножить на 2 L1 в степени 2. Вот здесь, на самом деле, можно поставить или бесконечность, можно поставить R бесконечность, это одна и та же когерентная локальная система, поэтому разница не будет. Не добавляется. Нужно вот эти штуки тензорно перемыть. Нет, тензорных степеней не нужно. Вот они, как бы, на самом деле, у нас слева то же самое, что справа, поэтому никаких тензорных степеней нет. Зато коэффициенты вылезают вот, ну, то есть нужно сложить друг друга несколько. Вот. Теорема. Баранов Шведский. Теорема. Баранов Шведский. Вот это отображение, которое сопоставляет набору Y левое, Y правое, R левое, R правое, G. Когерентную локальную систему по вот этому правилу. Левая, правая, R левая, R правая, G. Выдает биекцию между вот этими наборами. Это биекция. С неприводимыми когерентными локальными системами. Теперь давайте поговорим о том, какой смысл имеет слова когерентная локальная система. Вот. Но на самом деле правильно, вот в этот момент, мне кажется, возникает некоторая аналогия с устройческой геометрией. Вот что у нас есть в устройческой геометрии? То, что у нас есть какие-то подмногообразия, которые мы рассматриваем, они задают несколько идеалов. Вот на самом деле, вот эти когерентные локальные системы, это подмногообразие, ну и им будет соответствовать некоторые идеалы. То есть всякое подмногообразие, оно является двигателем неприводимых подмногообразий. То есть что такое неприводимое подмногообразие в устройческой геометрии? Ну это замкнутое многообразие, которое нельзя представить в виде объединения двух других замкнутых многообразий. Ну не реально, вот это потом такого не держалось. Но вот тут то же самое. Определение. Значит, если Q, значит, Q это когерентная локальная система, называется неприводимой. Если Q нельзя представить в виде Q1 и Q2, с условием, где Q1, Q2 не равно Q1, Q2 не равно Q2. Вот. Ну и также смысл этого определения в том, что, ну, значит, это проблема. Но как в общем с многообразиями, любая когерентная локальная система единственным образом представляется в виде объединения неприводимых локальных систем. Ну, значит, пункт А представляется в таком виде. Существует такое представление, где все вот эти когерентные локальные системы неприводимы. Пункт Б, что ну, если мы считаем, что куита не должно входить в кужита, ни в каких случаях, то тогда такое представление единственно сложится до перестановки как бы неприводимых локальных систем, объединения которых мы рассматриваем. Следовательно, такое представление единственное.
Ну и на самом деле есть порядок для того, чтобы у нас, значит, одна когерентная локальная система входила в другую когерентную локальную систему, необходимо и достаточно, чтобы для каждой компоненты вот этой когерентной локальной системы, то есть для любого куитова, существовало ужитое штрих, такое, что куитое входит в ужитое. Таким образом, если разобраться с тем, как устроено вложение конкурентных локальных систем, то мы разберем систему, как устроено вложение между... если разобраться с тем, как устроено вложение между первоначальными локальными системами, то мы разберем систему, как устроено вложение между всеми системами. Ну, потому что, ну, вроде как тут довольно понятная инструкция, чего делать, чтобы проверить, что куда-то полномочно. Да. Да, у вас мы разница, то есть сейчас пункт, что если курс идет. Курс содержится в пуштыре, тогда и только тогда, для каждого, когда для каждого выводимого компонента там, можно найти такую невыводимую компоненту в пуштыре, то она будет ложь. Вот. При этом, собственно, вот такой аналог точек неприводимых, точек неприводимых, точек, мы говорим, здесь просто представление. Вот, собственно, там каждое конкретное представление может либо входить, либо входить в конкретную локальную. Ну, а вот они развиваются на эти группы. А во втором группе там ключевые группы, да? Ну, ой. Да, 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 спасибо. Вот. А, ну, пусть обязательстве используется некоторые. Просто просто разговаривать не могу рассматривать. Она, на самом деле, просто раз я немножко не то сказал, мне сейчас там просто в другую сторону. Она не бывает, не бывает. Ну, как бы маркер. То есть, если не очень на уровне я, то маркер на уровне. А я его не помню. В смысле, там есть довольно длинная статья «Баранова туризма». Я не помню, что доказывается первым, что доказывается вторым. То есть, в целом, тема сказать довольно понятная, но вот как бы детали не устроены. Ну, я надеюсь, что какое-то представление о том, как устроены конкретно локальные системы, как-то дал, и я надеюсь, что это понятнее, чем было сказано в прошлый раз. Теперь, собственно, я хочу вернуться к объяснению того, к одной из основных теорем, которая это говорит, это именно утверждение о том, что на самом деле конкретные локальные системы будут задавать все возможные идеалы у ассоциативных конечностей. Давайте, пожалуй, тогда начнем с такого дела, что я хочу объяснить, как по конкурентной локальной системе построить идеал у ассоциативных конечностей. Вот у нас есть некоторая конгерентная локальная система Q, которая конгерентная локальная. Я хочу построить по этой конгерентной локальной системе некоторый идеал Q, который будет лежать у этого. Ну, чего я делаю? Значит, я беру компоненты Q из этой локальной системы, которые я осуществляю с представлениями группы СТД. И дальше я говорю то, что у меня и КТ от Q по определению будет просто пересечением аннуляторов В лямбда для всех лямбда из вот этого QI. Аннуляторы будут браться в U SLK. Ну и вот это задача некоторый идеал. Утверждается то, что вот эти условия на конкретную локальную систему, которые вводятся, они на самом деле будут гарантировать то, что у нас и k плюс первое от q, пересеченное с q от k, будет равно и k от q.
Просто потому что достаточно, если нам говорят, что наш идеал является пересечением там каких-то других идеалов, то можно сначала пересечь каждый из этих идеалов с меньшим потенциалом брать, а потом пересечь все с ним. Утверждает то, что как раз пересечение аннулятора нечленерного модуля с меньшим потенциалом брать соответствует тому, что мы раскладываем этот модуль по правилам разделения на неприводимый модуль для лимфиала. Собственно, ровно то, что отслеживает, естественно, пока не. Ну и отсюда на самом деле немедленно следует то, что у нас объяснение вот этих ИКТ-КАПКУ, пока ИКТ-КАПКУ дает некоторый идеал. Более того, на самом деле у нас будет получаться то, что этот идеал, перемещенный у СДК, будет совпадать с ИКТ-МАСКУ. Вот. Ну, давайте так, там на самом деле вот эта некоторая комбинаторная конструкция, вот эта комбинаторная работа насчет описания элементов локальных тел, она там была проделана в 90-е. Дальше, как бы, Баранов и Лискин не поняли, как объяснить, почему и когда различные когерентные локальные системы, у нас получается то, что одна и та же когерентная локальная система задает два различных идеала. Две различные когерентные локальные системы задает один и тот же идеал. Но на самом деле, по факту, там лишь было о том, что они просто не поняли, что их нужна была довольно такая ядрёненькая статистическая метка про предметные идеалы и топологию, из которой ответ там за пару предложений не получается. Давайте я ответ вам напишу. Значит, во-первых, очевидно, то, что, ну, как бы вот, очевидно, что если у нас есть объединение конкурентных локальных систем, там, Q1 и Q2, то вот эта конструкция дает пересечение соответствующих идеалов. И там, опять же, несложно объяснить, что на самом деле, если Q неприводимо, то и от Q прост. Даже и от Q примитивен, и прост. Предъявить явно модуль, который простой и аннулируется данным идеалом. Короче, общая мысль в том, что достаточно сравнивать, на самом деле, когда из... когда из различных неприводимых локальных систем получаются одинаковые идеалы. Значит, и делается это следующим образом. На самом деле, классификация когерентных локальных систем у нас есть. То вопрос можно поставить так. Вот у нас есть когерентная локальная система со своими данными, там, и левая, и правая. Левая, правая. Ну и вторая конкретная локальная система, у которой я сейчас все данные нарисую, они будут приходны. И вот. Конкретная локальная система. И левый штрих, правый штрих. Левый штрих, же штрих. Штрих. На самом деле, все идеалы просто определяются своим пересечением центров. Пересечение центров довольно несложно описать. И из этого можно вывести только такую теорему. Ну, вот, короче, лемма имени меня и Ивана Гудкова. Я Иван Гудков. Которая говорит следующее. Так что два таких идеала равны. И равны три. Они тоже формально могут быть разные. То есть и равно и штрих, тогда и только тогда, когда ну, все диаграммы совпадают. Вот, как бы, здесь никакого пространства для маневра нет. Ж тоже у них должно совпадать. А дальше идет условие, которое, ну, вот, короче, так вышло. R левая плюс R правая равно R левая штрих плюс R правая штрих. То есть все параметры, кроме вот этих двух чисел, они должны просто совпадать, а для этих двух чисел сумма должна быть одинаковой. То есть можно на самом деле перекидывать вот эти числа влево-вправо, при этом получая разные интегрированные локальные системы с одним и тем самым моделем. Давайте я в таком празднике буду введу следующее обозначение. То, что у меня и от
вот этой когерентно-локальной системы. А, значит, у меня и вот y левое, y правое, r и g будет на самом деле просто и от когерентной локальной системы, задаваемой y левым, y правым, r, запятая 0, запятая g. В том смысле, что, ну, так как мы перекидывать вот это, так, мы должны фиксировать сумму, давайте посчитаем, как левое число это r, правое число это 0. Ну и тогда получится следующая теорема. И это, собственно, отдельный результат, уже скорее вот я и Иван Кузнецов. Что если G примитивный идеал в U от SL бесконечность, то получается то, что g равно и вот CLS. Ну, давайте так, пункт А. Y левое, Y правое, R, G. Ой, и, просто и, вот это и все. Так, и пункт Б на самом деле заключается в том, что если g радикален и G прост, следовательно, G примитивный. Вот. Так, давайте, как я делаю тактическую паузу, попробую понять, как имеющиеся народные массы занимаются происходящим. Скорее понятно, скорее непонятно. Мы давно потерялись, ничего не было с самого начала. То есть, в данном случае, я бы так говорил, что не что-то. Происходит, пожалуйста. Ты. Ну вот теперь, на самом деле, я хочу поговорить про доказательство этой теоремы. Потому что, как бы, оно мне нравится. В нем как-то довольно много всякой забавной математики, там, например, много всего разного использования художества обсуждали, и вот. И далее, тык. Так, ну давайте как нам сказано то, что любой примитивный идеал вот SL бесконечность, что-то там для него должно быть выполнено. Для этого нужно что-то уметь говорить про примитивный идеал. Если честно, то скорее доказывается не непосредственно пункт А и Б, они доказываются одновременно, поэтому я хочу скорее поговорить про радикальные простые идеалы. Ну, для начала давайте я попробую напомнить вообще, что такое, какой идеал называется радикальным в репрезентативном случае. Если я правильно понимаю, то в лекции Михаила Викторовича Игнатьева это должно было быть объяснено. Вот это снимал. Лучше еще раз. Хорошо. Ну, смотрите. Идеал, радикал идеала по определению это пересечение всех примитивных идеалов G-альфа, где вот эти все ребята примитивные, и G-альфа содержит наш идеал. Значит, аналогия с межмерной ситуацией заключается в том, что в межмерной ситуации одно из определений радикала может быть используется такое, потому что радикал идеала это пересечение всех максимальных идеалов, содержащих данный идеал. Ну и как бы здесь вот вместо этих максимальных идеалов занимают примитивные идеалы, потому что так бы устроено и вот. Так. Но как бы точно так в конечно верном случае в целом возводится вечно с этим пересечением всех максимальных идеалов дело такое.
Поэтому существует альтернативное определение вот этого радикала G, которое работает на самом деле, если наш сейчас. Ну, там нужно либо произносить какие-то слова, потому что у нас проще всего сказать, что это утверждение будет работать, если размерность той алгебры, которую мы рассматриваем, меньше мощности поля, которое у нас есть. А в новом случае нам бывает всякие кадры, в частности, для локальных колец, это поступление будет неверным, в негативном случае тоже. Там радикальный радикал может оказаться далеко не переменным радикалом, потому что размер не выбирает. Значит, альтернативное определение радикала выглядит так. Ну, во-первых, у нас должно оказаться, значит, на поле в нечемерной ситуации радикал идеала это такие элементы А, что какая-то степень лежит в нашем идеале. Ну, а так как наша ситуация не конечномерная, не коммутативная, на самом деле нам надо сказать следующее. Это такие А, что для любого В существует N такое, что ВА в N будет принадлежать нашему идеалу. Ну, на самом деле, и это то, что писать АВ или БА это все равно, хотя как бы это некоторые тоже утверждения, которые надо проверять. Но я слишком ленив, там это написано много где, в том числе, там книжки перед Марконом Робсоном. Ну и понятно, что если речь идет о скажем, коммутативном кольце с единицей, то это определение старое, определение со одной дом, потому что если мы можем А его фиксировать, то у нас это Б, если у нас А в Энте лежит в идеале, то Б в Энте на А в Энте, ну тем более лежит в идеале. Ну и теперь вот давайте воспользуемся этим замечательным определением радикального идеала для того, чтобы что-то такое сотворить с радикальным идеалом в алгебре от сельдосменичной. Ну, давайте скажем следующее, что значит, вот у нас есть этот идеал G, но давайте мы вот проходимся, его пересечем со всеми СНКами, со всех К и посмотрим, что же у нас там получится. Теперь я хочу сказать следующее. Я утверждаю, что на самом деле можно через эти же карты аккуратно выкатить идеал корень из G. А именно я утверждаю, что пересечение корня из G. Ну, давайте я там скажу лет. Хотя утверждение самое простое, я еще надеюсь, что будет так работать. То, что пересечение радикала G с U от SK на самом деле совпадает с объединением по всем L большим либо равным K радикал G дельта, пересеченная с U от SK. Значит, что у нас происходит по смыслу? Значит, смотрите, вот здесь у нас сказано, для любого V давно выполнено, что мы можем подобрать N такой, что VA V подлежать нашим идеалам. Значит, давайте брать B не отсюда не будет, а только скажем, из подал бы про SL. Да, не подал бы про SL. Тогда, когда мы берем B только из подал бы про SL, наши элементы, которые в соответствии с этим описанием будут радикальными, ну вот они будут лежать в радикале идеала B. Если мы будем L постепенно увеличивать, то ну, у нас вот это условие будет выполняться для B и все более и более широкого класса. Те элементы, которые принадлежат пересечению всех этих идеалов сразу, они будут для всех возможных элементов B укорять этому условию. А те элементы, которые принадлежат пересечению радикала G в слое ТК, они будут укорять этому условию только для B, принадлежащим U от SL. Понятно рассуждение? Окей. Утверждение в том, что радикал идеала G можно посчитать по вот такой формуле. Почему? Потому что вот этот радикал, это на самом деле такие элементы А, что при умножении на все элементы B существует это такое, что BA в N принадлежит нашему идеалу. Давайте брать эти элементы B не сразу из всей алгебры, а сначала тут есть какой-нибудь кусочек. Тогда пересечение
А сначала пошел я в Сочи. Но тогда мы получим, на самом деле, если мы берем эти элементы B и зал проинсталей, то мы получим вот в таком пересечении элементы, которые выставляются в этом условии для всех B и зал проинсталей. Когда мы расширяем список этих элементов постепенно, мы получаем, что некоторые старых элементов, они, может быть, для каких-то новых элементов уже не удовлетворяют этому условию. Ну, мало ли чего бывает. Но тогда нужно как-то рассматривать такие пересечения. Вот. Так. Ну, теперь, собственно, я хочу доказать следующее. Я хочу доказать, что на самом деле, значит, давайте считать, что у нас наш идеал G это не ноль и не идеал, потому что, значит, не интересно. Значит, вот это уже, пожалуйста, я не буду предложить. То, что радикал идеала G Катова является пересечением аннуляторов некоторых конечномерных. Радикал Катова является пересечением аннуляторов конечномерных модулей алгебры УСЛК, где в лямбда какие конечномерные модули, ну какие заранее я в целом не особо. Это как бы, это мы потом. Так, значит, и на самом деле вот это центральное определение работы, из которого потом все не особо хитро выводится. Как такое можно доказывать? На самом деле доказывать такое можно следующим образом. Давайте скажем, что ну вот у нас есть радикал ЖК, и давайте посмотрим на то, как бы, что такое вот радикал для изначального определения? Ну, это пересечение некоторых примитивных идеалов. А значит, про примитивные идеалы по теореме Дипфона знаете, что на самом деле они соответствуют некоторым старшим весам лямбда для подходящего выбора всех возможных параметров. Теперь уже следующее. Ну, окей. Давайте заметить теперь следующее. Потому что, ну, очевидно, значит, по определению у нас будет выполнено, что G-лямбда будет содержать G-таты, ну и, соответственно, будет выполнено, что G-лямбда, в том числе с радикалом, содержится G-таты. Да, в том числе с радикалом. Вот. Теперь, на самом деле, нам из результатов предыдущей лекции будет первое то, что... ну и теперь вот этих ребят можно превратить в ассоциированное многообразие, которое я обозначил O от лямбда здесь. Ну, сейчас, давайте. B от вот этой штуки, B от вот этой штуки. Это будут уже включения в другую сторону. И вот, то есть, на самом деле, мы можем любому радикальному идеалу внутри, на самом деле, алгебры многочленов подходящего числа переменных, просто поставить некоторое разнообразие, и это, соответственно, объективно. Соответственно, включение идеалов соответствует включению в обратном направлении, соответствующих под многообразие. Так, дальше начинается следующее. На самом деле, из результата предыдущей лекции преследует, что у нас существует универсальное число R. Существует универсальное число R, такое, что вот это под многообразие, вот это многообразие. Так, да, я прикрутил включение. Оно должно быть вот так. Следует, что вот это многообразие лежит в L K не больше, чем R. Ну и значит у нас получится, что вот это V, которое зависит только от лямбда, должно лежать в L K не больше, чем R для любого лямбда такого, что наши ЖКТ содержится в G-лямбде. Теперь, значит, новость заключается в том, что у нас существует, ну, мы когда описывали примитивные идеалы алгебры SLK, на самом деле у нас из того алгоритма, который там должен быть явлен, несложно вывести, что несложно объяснить, какое же ассоциированное многообразие будет соответствовать этому идеалу. Значит, я напомню, что
Я напомню, значит, в предыдущей лекции было объяснено, что на самом деле по каждому тесту лямбда нужно построить некоторый набор таких чего-то типа полустандартных таблиц Юнга, заполненных числами, которые, разница между которыми будет всегда целая внутри одной таблички. И потом, для того, чтобы проверить, совпадают или не совпадают эти идеалы, нужно просто взять и проверить, совпадают или не совпадают эти наборы таблиц. А как понять, какое же будет ассоциированное многообразие у лямбда? Но на самом деле нужно сделать следующее. Вот у нас есть некоторый набор табличек. Мы должны взять и выписать список длин всех строк, всех табличек. Всех строк, всех табличек. Вот. Я хочу обратить внимание на то, что у нас лямбда будет состоять из n различных чисел, которые мы потом запихаем во все эти таблички, поэтому в его ячеек табличек будет ровно n штук. Ячеек во всех табличках будет ровно n штук. Соответственно, когда мы выпишем списки длин всех строк всех табличек, мы получим некоторый набор чисел, сумма которых равна n. По-другому можно сказать, что на самом деле мы получаем некоторое разбиение числа n. А разбиение, ну, значит, давайте я его обозначу там D1, DR. Нет, это плохо, DS. D1, DS, но это некоторое разбиение. Теперь я утверждаю, что по разбиению несложно построить просто непатентный элемент внутри алгебры SLR. Ну, а именно мы можем сделать следующее. Мы можем рассмотреть элемент X, Жорданова нормальная форма которого будет выглядит следующим образом. Во-первых, все собственные значения будут равны нулю, а во-вторых, размеры блоков будут D1, D2 и так далее, DS. Да. Вот. Ну, теперь, собственно, сейчас. Мне нужно двойственное разбиение. Взять, у меня будет вот это разбиение числа n, ему соответствует некоторая диаграмма Юнга. Мне нужно взять двойственную диаграмму Юнга здесь. Вот, значит, мысль в том, что если у нас этот набор чисел строго состоит из целых чисел строго убывает, то соответствующее ассоциированное многообразие должно быть нулевым. То есть оно должно иметь разбиение 1, 1, 1, 1, 1. Вот. Поэтому мне нужно сначала взять список длин всех. Тогда мне лучше брать список длин. Мне нужно брать список длин всех строк табличек, потом брать соответствующее разбиение, брать двойственное разбиение. Потом GNR должно состоять, собственно, из размеры блоков должны быть элементами двойственного разбиения. А двойственное разбиение, на самом деле, то, что вы видели в прошлый раз, оно отличается такой, что вот у нас нарисована некоторая, допустим, табличка, вот там был пример 4,2, отвечающий набор чисел разбиения 4 плюс 2 равно 6. Теперь я как-то смотрю на эту табличку не по строкам, а Вот. Мы получим, что 2 плюс 2 плюс 1 плюс 1 дает 6. Вот. Так. Ну и, собственно, теперь я замечу следующее. На самом деле, для непатентных матриц все это вычтем что-нибудь, и она должна стать матрицей ранга не больше R, превращается в условие про то, что давайте вычтем нулевую матрицу и получим матрицу ранга не больше R. Давайте теперь подумаем, как посчитать ранг матрицы, заданной некоторой диаграммой. Где мы используем в качестве размера блоков высоты столбов. А на самом деле можно думать себе это так, что у нас
каждой ячейке, соответственно, некоторый вектор байтится, они вот, короче, сбрасываются вниз, и там по нижнему уровню они просто проваливаются в ноль, потому что деваться им больше особо нет. И того, как посчитать ранг матрицы, соответствующей вот такой диагонали. Видимо, длина. Ну, это будет скоро. На самом деле, история такая, то, что, ну, смотрите, у нас вот эти ребята приходят в ноль, а вот эти ребята приходят не в ноль, а просто в другие базисные версии. Поэтому размерность образа будет равна, ну, став образ будет просто состоять из вот этих таблички, которые на первой строчке, которые сдвинуты вниз на один. Соответственно, его размерность будет равна, ну, числу блоков всего минус количество ячеек в самой нижней строке. Заметьте, что у нас это на самом деле хорошо складывается с вот этим описанием, потому что на самом деле это дает то, что у нас ранг вот этого ассоциированного многообразия. Будет равен длине наибольшей, ну, длине наибольшей строчки, получаемой вот этим алгоритмом. Строчки, сейчас, ну, точнее, n минус длина строчек. N минус длина наибольшей по длине строчек. Дальше, на самом деле, как-то те, кто читали всякую соответствующую литературу про алгоритм радиационного шансона, могли в этой литературе увидеть одно хорошо известное для специалистов по этому свойству, а именно, что на самом деле длина наибольшей строчки совпадает с длиной наибольшей строго убывающей последовательности в лемма. Длина, кстати, наибольшей строчки, наидлиннейшей строчки будет равна длине больше строго бывающих последовательности внутри рамки. Больше строго бывающих последовательности. Вот рамки. Вот. Ну, которая равно лямбда плюс 100. Теперь я скажу следующее, то что на самом деле я здесь хочу сделать такую вещь, я хочу восстановить по табличкам вес, который соответствует. Давайте я покажу, как это делается и как я задействую наибольшую сторону. Вот, допустим, у меня имеется некоторая табличка, которая у меня имеется, ну, сначала такая длинная строка 7.5.2.0, где, допустим, стоят числа 4.2. Там, допустим, еще имеется табличка вида там корень из двух, корень из двух, корень из двух минус один. И вот я хочу по этому набору данных построить вес, который будет давать вот именно этот набор табличек. Ну, значит, алгоритм будет такой. Я сначала в этот вес запишу, ну, значит, на самом деле у меня вес будет третий кусок, каждый кусок соответствует, ну, давайте, как бы, допустим, третий кусок. Каждый кусок соответствует одной табличке. Первый кусок строится так. Вот мы идем, ну, давайте здесь я интересую, как мы идем. Я иду и смотрю, что у меня стоит самый высокий строчка первой таблички. Ну, что-то стоит впереди. Дальше я спускаюсь на один уровень вниз, смотрю, какие числа стоят на втором полосоте уровня, который, кстати, должен быть пошире, чем первый. Это будет важно. Ну и дальше мы так постепенно выписываем строчку, пока все не выйдет. 7, 6, 5, 2, 0. Окей, ну дальше я выписываю, собственно, по тому же правилу все остальные. Ну, то есть от меня это был первый кусок, точно так же формируется второй, ну и все последующие. Теперь давайте проверим, то, что этот алгоритм дает нам некоторый вес, аннулятор
список таблиц которого совпадает с вводным списком таблиц. Но давайте действительно проверим. Да, давайте разбираться, что будет происходить. Ну, на самом деле, вот первая точка, как она целиком заходит, но она просто, так как не чисто стоят в строку по убыванию, она возьмет и станет первой. Дальше придет вторая строка. Она, на самом деле, поэлементно выйдет все элементы, ну, давайте это выведет, то есть у нас есть единичка, потом придет четверка. Четверка выведет единичку наверх. После нее без каких-либо проблем станет двойка. Окей. Теперь посмотрим, что у нас будет, когда у нас 6, 5, 2, 0 будут добавляться к этой табличке. Ну, когда придет семерка, она просто возьмет и заменит четверку, при этом четверка уйдет вверх. То есть у нас получится вот такая табличка. Здесь семерка, здесь четверка, здесь единичка, потому что четверка автоматически выдавит единичку наверх. А здесь вот. Когда у нас придет шестерка, шестерка выдавит двойку наверх, и она станет после четвертой. То есть у нас получится вот такая табличка. Ну а все числа после четверки, но они просто встанут на свое место, и все. То есть просто нужно взять, как это ок, и сразу будет правильный ответ. И то же самое для любой другой таблички. Значит, чем преимущество данного подхода, на самом деле у нас получится, что для такого веса существует некоторый блок, в котором у нас все веса идут строго по убыванию. Ну, теперь давайте объясню, почему это прекрасно. Значит, смотрите, мы знаем то, что ран корня из гр-лямбда, он с одной стороны не больше, чем r, а с другой стороны мы знаем то, что он есть не что иное, как k минус длина наибольшей строчки. Минус длина. Длина наибольшей строки. Ну, соответственно, конвертируя одно в другое, получается, что у нас должно быть выполнено то, что вот эта длина наибольшей строки лямбда, наибольшей строки, ну, диаграмма соответствующих лямбда, должна быть больше либо равна, чем k минус r. Так. Теперь, значит, говорим следующее. То, что, ну, окей. Это значит, то, что на самом деле у нас обязательно так, теперь мы, значит, используем вот этот алгоритм. Получается, что на самом деле мы можем заменить лямбда на лямбда в 3. Такое, что g лямбда будет равно g лямбда в 3. И лямбда штрих будет под строка из последующих элементов. Со строгим убыванием. Убыванием в этой подстроке. И длина подстроки будет, по крайней мере, каменная. На самом деле, вот это строгое убывание элемента внутри подстроки, после того, как мы обратно вычтем r, оно превратится в не строгое убывание в этом лямбда штрих. Но что я сейчас целом устроил? Дальше, на самом деле, есть такая штука. На самом деле, вот мы определяем эти g лямбда, ну, мы определяем g от лямбда штрих как аннулятор модуля с остатком весом лямбда 4.
и утверждается, что на самом деле, если у нас внутри нашего веса эквивалентных 3 есть какая-то подстрока, в которой числа не строго убывают, и она, ну, эти элементы, соответствующие числа идут строго подряд, то на самом деле на этом модуле L-лямбда будет действовать, этот модуль L-лямбда будет являться объединением нечленомерных модулей для вектора параболической подалки, соответствующей вот этим элементам, ну, вот этому блоку из N-R элементов. То есть отсюда будет, отсюда в целом будет следовать то, что на L от лямбда 3 действует локально нечленомерно. Параболическая, соответствующая блоку аффиксному выше. Вот. Раз, ну, локальная конечная мерная, это значит, что весь модуль является объединением конечной мерных модулей относительно вот этой алгебры, которая действует локально конечной мерной. В частности, отсюда будет следовать то, что вот этот L лямбда штрих можно будет представить в бесконечную прямую сумму V от ню, как, где V от ню – это конечная мерная, это L-камень-R модуль. Вот. Ну и отсюда на самом деле автоматически следует то, что следует такая штука, то что, ну, не очень понятно, как устроить, ну, как бы, у нас есть аннулятор вот этого модуля L от лямбда штрих, и как модуль над SL K, он устроен довольно сложно. Но если мы перейдем к SL K минус R, то мы, ну, для подходящего выбора, если мы дал бы SL K минус R, но общий аргумент, который гарантируется аннулятор, то есть мы дал бы SL K минус R в это время тоже. Прижимный подал SL K минус R. То тогда этот модуль станет суммой нечленомерных, бесконечной прямой суммой нечленомерных. Это значит, что если мы рассмотрим пересечение этого аннулятора, этого модуля с универсальной обертывающей SLK минус S, то вот это пересечение будет у нас пересечением аннулятора каких-то нечленомерных модулей. Отсюда следует то, что вот этот идеал G от лямбда штрих, который, в общем, по определению такой же, как G от лямбда, пересечение с U от SLK минус R дает, является пересечением аннуляторов нечленомерных модулей. Аннуляторов нечленомерных модулей. И на самом деле вот это в целом уже как бы практически пословно то, чего мы хотели. То есть на самом деле мы должны взять идеал G K плюс R. Сказать то, что ну, какой-то идеал, рассмотреть его радикал, и пересечение этого радикала с универсальной обертывающей алгебры Ли SLK будет являться пересечением аннулятора какого-то набора нечленомерных модулей. Это значит, более того, значит, если мы возьмем здесь не K плюс R, а любое K'3, где K' больше K, любое R' где R3 больше R, то это утверждение по-прежнему будет верно. Теперь, значит, вспоминаем, как бы какая у нас была формула для радикала нашего идеала. Формула выглядела так. Пересечение радикала G у от SLK это то же самое, что радикал джигельтова, пересеченного с У от СЛК, и потом нужно по всему этому делу взять еще пересечение. Теперь смотрите, вот это верно, а при этом все идеалы, на самом деле, по очевидным соображениям будут друг в друга вложены. То есть мы каждый раз рассматриваем некоторые все больше и больше набор условий, которым должны удовлетворять все элементы. Когда наш элемент удовлетворяет всем этим условиям сразу, значит, мы попали в этот радикал, как, ну, а также следующий какой, просто становится больше, то есть идеалы вложены. И начиная с момента, когда L равно K плюс V, вот эти идеалы являются пересечением аннуляторов нечленомерных СЛК модулей.
Но, соответственно, когда мы пересечем все друг с другом, результат он будет являться пересечением модуляторов каких-то перемещенных модулей. Вот. Так. Ну и, соответственно, как-то вот этот кусочек закончен. Давайте теперь я поговорю, как идейно выводится из того, что у нас известно, что... А, ну и отсюда следует, что на самом деле, если мы берем радикальный идеал, то жиката является пересечением аннуляторов каких-то конечномерных модулей. Дальше делаем следующее. Дальше мы скажем, окей, вот этот факт мы знаем, давайте теперь как бы активно будем им пользоваться. Ну, а именно мы скажем то, что, ну, когда у нас дан идеал жиката, то мы можем просто посмотреть, обозначить через жиката список элементов, список лямбда, ну, соответствующие представлениям СЛК, таких, что жиката содержится в аннуляторе соответствующего модуля V-лямбда. Вот ввели такое обозначение, ну и в соответствии с вот этим утверждением мы потом по списку этих жикатов можем установить, жиката просто пересекает соответствующий аннулятор. Ну, очень хочется сказать, что на самом деле вот эти жикаты являются конвергентными локальными системами. Но тут, собственно, есть нюанс. Значит, утверждается то, что ну, давайте обозначим через Q просто вот объединение по всем K этих QK. Наша мечта проверить, что Q конгерентная локальная система. Вот, ну, как, что значит проверить, что Q конгерентная локальная система? Это значит, что нужно проверить, то, что у нас различные. Ну, то у нас выпало два условия. Собственно, первое условие, то, что значит, если лямбда лежит в Q, и лямбда, вот как мы видим, только что мы учили, вот такая стрелочка, мю, то мю тоже лежит в Q. Но на самом деле из вот этого набора условий это будет автоматически следовать. То есть, если у нас известно то, что на уровне, если известно то, что жика плюс один содержится в аннуляторе конечномерного модуля V лямбда, то жиката, так как оно получается просто пересечением ЖК плюс первого и У от электрификатора, оно должно содержаться в пересечении этого идеала с ой циркатом. А пересечение этого идеала с циркатом это как раз пересечение аннулятора всех простых слагаемых относительно действия СЛК вот в этом подмоде, вот в этом модуле. То есть на самом деле вот эти условия будут автоматически выполнены. А вот насчет второго условия изначально непонятно, что делать. И на самом деле, как бы дальше на помощь приходит следующий. Как бы, давайте я назову это предложение имени меня Ивана Пенкова. То, что, давайте так, я введу специальное имя для вот таких объектов, которые выбирают части условий конгерентной локальной системы, а части именно удовлетворяют. По аналогии с тем, значит, что творится в пучках, когда вот есть понятие при пучках, которые как бы частью условия удовлетворяют, а там условия согласования в одном месте не обязаны быть выбраны. Вот по аналогии с этой штукой я скажу, что те Q, которые удовлетворяют вот это первое условие, а про второе непонятно, они будут называться предконгерентными локальными системами. Конгерентными локальными системами. Ну, вот утверждение, значит, стоит в том, что для любой предконгерентной локальной системы, ну, значит, пусть Q предконгерентная локальная система,
Единственная локальная. Тогда существует единственная локальная, когерентная локальная система Push 3. Такая, что Q-итая будет равно Push 3-итая для любого и достаточно большого. Ну, давайте так, доказательство, там вот какая-то вольняя комбинаторика, чего в целом можно бы было ожидать. А давайте я объясню по смыслу, почему вот это условие, как бы, по крайней мере, в соответствии с этим определением, нельзя никак устранить. Ну, значит, проблема такая, вот она, пусть у нас есть некоторая когерентная локальная система, у нее было все хорошо. Теперь давайте, допустим, на первых 500 уровнях закинем туда еще каких-нибудь модулей, как закинем туда все модули. Вот если мы закинем туда все модули, то вот первые условия у нас будут по-прежнему выполняться. Потому что с больших уровней, когда мы ограничиваем модуль, ну, мы как бы получаем модуль из этого списка, потому что все модули находятся в списке. А если мы берем, на меньших уровнях, то тоже автоматически выполнится. Поэтому в целом мысль такая, что мы можем, если мы закинем какого-нибудь мусора на сколько-то первых уровней в конкретной локальной системе, мы с гарантией получим, ну, у нас как-то несложно получить средства конкретной локальной системы, и испортить конкретную локальную систему можно. Но вот оказывается, что слишком сильно испортить ее нельзя. То есть этот мусор должен находиться только на каком-то конечном числе уровней, а начиная с какого-то уровня, она должна быть устроена так, конкретная локальная система, которая потом по вот этим уровням однозначно восстанавливается. Вот. Ну и на самом деле легко проверить то, что конструкция, дающая идеал по предконгерентной локальной системе, такая конструкция, дающая идеал по предконгерентной локальной системе, и легко проверить то, что идеал, создаваемый вот этой предконгерентной локальной системой, будет совпадать с идеалом, создаваемой честной конгерентной локальной системой Q3. Потому что, на самом деле, вот этот мусор на конечном уровне на ответ не повлияет. Ну и таким образом получается то, что вот мы доказали, то, что любой идеал, но используя эти соображения, там, связанные с рандом матрицей, связанные с тем, как устроен алгоритм радиационных транспорта и его связь с аннулятором нижнемерных модулей примитивных идеалов оставляем, мы доказали, то, что любой идеал в вакууатах бесконечности может получается в некоторой когерентной локальной системе. Собственно, нюанс, который здесь возникает, на самом деле заключается в том, что я на самом деле использовал определение радикала такое поэлементное, а поэлементное определение радикала, оно работает только если размерность нашей алгебры больше, чем мощность нашего основного поля. То есть если у нас окажется, что вместо основного поля возьмем логарифмическое замыкание Q, то я не понимаю, какой здесь ответ будет. Меньше, да. Ну, то есть, если я беру алгоритм замыкания Q, то его мощность поле чечнет, это четное поле. И размерность Q это на полем определения тоже будет четное. Если они совпадают, непонятно. Если я беру C, и у меня Q это цель бесконечность, которая четная, у меня все нормально. Ну и как бы вот, получается то, что как бы результат есть, но он не вполне полон из-за того, что там ситуация, когда поле слишком маленькое, она не рассмотрена, но все равно, по-моему, не так вот меня зовут. Я предлагаю заключить эту лекцию досрочно, а потом второй лекции я говорил про модули старшего веса, для экспедиции, как бы пусть не связаны, но они как бы начинают 5 минут, а потом все прохватили. Да, попробуем. Да, попробуем.